По Европе прокатилась волна акций протеста против сноса советских памятников. Митинги прошли в Польше, Германии, Испании, Молдове, Исландии, странах Прибалтики. Люди недовольны новым законом польского Сейма. 22 июня, в День памяти и скорби, в Варшаве приняли документ о запрете пропаганды коммунизма. Законопроект направлен на борьбу с любым коммунистическим наследием, в том числе, по сути, одобряет массовый демонтаж монументов советским солдатам. Согласно данным Института национальной памяти Польши, под снос попадут более 200 монументов, посвященных Красной Армии.